Здорово, чуваки, меня зовут Джонни Кэтсел. Это переобзор на крейсер 10 уровня Паназии Дзинан, ну или как я его называю, Джиган. Ролик о нем уже выходил на моем канале, но тогда первое впечатление оказалось обманчивым. На самом деле кораблик не такой имбовый, как я думал ранее. У него есть много проблем. Ну а также я решил поменять сборку и покажу вам актуальную на данный момент. На нем я закрыл фиол, если кому интересно, это примерно 120 тысяч среднего урона. Какие особенности у Джигана? Это наличие самых мощных торпед на 10 уровне паназиатских глубоководных. Их очень много, здесь 20 штук, можно скинуть 40. Дымы также паназиатские, ну и такая спорная артиллерия с очень слабой броней. В результате мы получаем супер жирный крейсер, точнее эсминец, простите, но супер жирный эсминец с цитаделью. По защищенности ничего хорошего я вам сказать не могу. Во-первых, у вас супер низкий запас хп, всего лишь 35200. И как вы понимаете, 35 тысяч хватит на 2-3 цитадели от линкора. И ваншоты будете ловить постоянно. Здесь обшивка 16 мм, носовая, кормовая и палуба. Ее пробивают гарантированно калибр, начиная с Голиафа. Поэтому не удивляйтесь, если у вас Сталинград, через нос пробьется цитаделью и вытащит пол хп. Ну, естественно, линкоры это делают вообще без проблем, могут и ваншотнуть через нос. Визуально это тот же самый Остин, и по броне один в один с американским крейсером, который застали. Так что если вы играли на Остине, то на Джигане будет то же самое и те же самые ваншоты. Единственный плюс, который я могу отметить, это центральная броня 32 мм. И вы можете танковать, если умеете полурамбом это делать, калибры до 457 мм. То есть потенциально можете словить рикошет, вам ничего не будет, и против не самых грамотных противников это работает. Однако, если вы встречаете яматычей, то вы уже их не танкуете, и вам просто силуэт прилетает постоянно на минимум 10-15 тысяч. Также, из-за того, что корма у нас 16 мм, даже с супер дальней дистанции меня ваншотили, в корму прилетает постоянно цитадель, в траверс, а то и две, и вы сгораете, улетаете ваншотом. Сама цитадель 95 мм борт, без разнесенки, и это очень даже неудачно, потому что вы будете гораздо меньше ловить сквозняков, чем Смоленск. То есть уже ББшки хорошо взводятся, об 95 мм вас будут пробивать все, фугасы Тандера, Конкера и полубронебойки итальянских линкоров будут вас просто хоронить. Но это уже не говоря о обычных ББшках, крейсеров и эсминчики, да, эсминчики тоже будут пробивать, например, Эльбинги, либо Клиберы через ББшек разнесут. В общем, брони никакой, и от этого играть тяжело. То есть корабли для очень таких скилловых игроков получается. Артиллерия. Установки визуально такие же, как на Осине. Это 127-мм пушки, но первое отличие у вас пушек меньше на одну башню, здесь их 5, а у Остина было 6. Вместо одной башни здесь автомат ПВО. Скорострельное орудие с перезарядкой 3,5 секунды, можно ее еще лучше сделать. Но ужасная баллистика, близкая к американским эсминцам типа Гиринг, космическая, и попадать на дальней дистанции практически невозможно. Вообще вас перестреляет любой крейсер на 10 уровне, потому что у вас слабая броня и не самая лучшая пробивная способность. Гинденбург, ЗАО, Остин, Минотавр, Смоленск все вас перестреляет, потому что и нос пробивает. Я лично раскачал дальность до 16,8 км. Чисто можно попадать по медленным ямато, либо стоящим, ну, к примеру. Однако это делать проблемно. Стоковая дальность здесь где-то 14 км. Можете оставить и такую. На вооружении фугас 1908, ставится пожар 11%, и ББшка 200. Ну, выбивать цитадели на Дзинане практически невозможно из-за слабой баллистики и пробивной способности. В боях стараемся все просто сжигать и от этого набивать урон. Но по артиллерии здесь, конечно, много недостатков. Это и баллистика, и не самый большой вес залпа. Главная особенность Дзинана — это, конечно, торпедки. Здесь они заметно лучше, чем на Остине. С борт на борт можно скинуть целых 10 торпед. Это такие же, как на Юянге, торпеды. Глубоководные, с дальностью хода 13,5 км. И урона 17 900. Минус какой? Они не поражают эсминцы и подлодки, но при этом имеют хорошую незаметность в 0,8 км. То есть в упоре они светятся, и вернуться от них крайне сложно, если у корабля нет гапа. Но о торпедах мы поговорим еще чуть позже. Кстати, углы пуска здесь отменные, кидать торпедки вполне удобно.
ПВО очень неплохое, здесь мощный постоянный урон, дальность стрельбы 6 километров, и есть всегда заградка. Короче, Джиган супер неудобная цель для авиации, и вы всегда в бою сможете разбивать самолеты, так что это плюс. Маневренность максималка 36,8, мне не хватало данной скорости, кораблик кажется очень легким, и хотелось бы динамики побольше. Но радиус циркуляции и прикладка очень даже годные. Маскировка в полной прокачке, светимся с 9,8, и вот это тоже минус. Остин, если не ошибаюсь, светится где-то 9,1, а вы 9,8, но вы как бы торпедный крейсер. Только не самое у вас большое, ну не самое большое окно пуска торпед, то есть ваш замес 9,8, торпед до 13,5, и было бы лучше, если бы вы светились так же, как Остин. Так что 9,8 я не могу здесь называть супер большим плюсом, но в целом маскировка с другими крейсерами, если сравнить, хорошая, однако конкретно для Джигана она не очень удобная, лучше, чтобы кораблик был инвизней. Переходим к снаряжению, здесь богатый набор, это дымы паназиатские, очень удобные, можно из них, конечно, пострелять, либо уйти из-под фокуса. Заградка, ускорение десятки торпед, как на Харугума, то есть вместо 20 торпед вы можете скинуть потенциально 40, и весь фланг тупо заспамить торпедами. Ну и, естественно, ремонтная команда. Как видите, гапа нет, это тоже недостаток. Просветить торпеды не получится, а у вас дымы, вы будете в них сидеть и можете просто уйти ваншотом от вражеских торпед. Модернизации. Такой у меня набор. Усиливаем пушки, чтобы их не критовали. Защиту машинного отделения. Точность. В торпеды я втачивать Динан не рекомендую. Чуть позже объясню почему. Сюда разгон. Рули у нас хорошие. Инвиз. И на вкус дальность стрельбы. Либо перезарядка. И то будет актуально. Ну, чисто как вам больше понравится. Перки кэпа. В идеале сюда нужен какой-нибудь Доронг. На первом уровне можете взять либо торпедист, либо даже наводчик, либо рули. Что хотите. Можете артистическую тревогу. Дальше я рекомендую ПЦ, чтобы выживать. Отчаянный. Обязательно мастер борьбы за живучесть. Суперинтендант инвиз. И я не советую в качестве его в торпеды. А в ГК конкретно. Потому что ГК гораздо стабильней. Поэтому берите взрывотехник, вот этот перк прям супер мастхевный. Без взрывотехника корабль поджигает намного хуже, чем с этим перком. И будет прикольный тяжелый F и ПББ снаряды. Потому что штраф на маскировку они вам не дадут, этот навык. Ну и обязательно напичкайте джиган перед выходом в бой флажками на пожары. Собрали паназиата, погнали смотреть бой и подводить итоги. Карта Ледяные острова, режим гонка вооружений. И как видите, я уже успел откинуть почти все свои торпеды, воспользовался ускорением перезарядки торпед. То есть сначала сбрасывайте 10 штук, потом можете еще 10 с того же борта. Не всегда я рекомендую упарываться в 40 торпед, потому что постоянно крутиться — это минус время. Можете скинуть и просто с одного борта 20 торпед, можете 30. Конкер совершает ошибку, потому что он не отошел от торпед, и они успели до него дойти. Хотя 13,5 километров это не так много, как может показаться на первый взгляд. И в результате у меня 56 тысяч урона. Почему я начал стрелять по коню? После затопа нужно обязательно поджечь цель. И как видите, мне везет. Британец получает в корму поджог. Ну и собственно кормушка запущена. Также он меня пробил фугасами в цитадель. И это абсолютно нормально, потому что у него бронепробитие свыше 100 мм, а броня цитадели у меня 95. И еще раз это говорит о том, что брони у Джигана абсолютно 0. Поэтому на этом корабле нужно играть крайне аккуратно. Из-за того, что потенциально ваншоты возможны от практически всего что угодно. Перейдем к проблемам Джигана. Первая его проблема — это торпеды. То есть геймплейно он должен играться преимущественно торпед, но в реалиях что происходит в боях? Большое количество эсминцев, большое количество подлодок, а им на ваши торпеды пофигу, они будут кататься перед линкорами и засвечивать торпеды. Соответственно, линкор, конечно, их не словит, а поразить эсминец ими невозможно. Вторая проблема — это, конечно, корабли с гапом. Против них фишка в виде глубоководных торпед не реализуется. Да, они светятся с 800 метров, но когда гап включен, то разницы никакой между обычными торпедами. Ну и опять цели уходят. Третья проблема — это грамотные противники. Если вы хоть раз засветитесь на карте, будут просто от вас убегать.
А Джиган — это корабль исключительно для сдерживания и игры на отступлении. Потому что на отступлении вам удобно скидывать все свои торпеды, вытягивать цели, ставить дымы, обстрелить их с ГК. Но когда вы начинаете атаки, то попадать тяжело из-за навесной баллистики. Торпедки уже не доходят, и 13,5 километров вы поймете, что это маловато, и хотелось бы 15, но вы будете тупо ехать за целями, не попадать. Если поставите дымы, то, естественно, от вас все уйдут, а если будете стоять без дымов, то вас ваншотнут. А бои в Варшипсе происходят не только, когда вас атакуют, а в ситуации 50 на 50, когда и вы должны идти и прорываться. То есть, грубо говоря, сила Джигана 100% в обороне, но 0% в атаке. Поэтому не стоит рассчитывать на торпеды. Все-таки главный вид вооружения — это ваши пушки. И из единственных плюсов, которые я здесь могу отметить, это все-таки скорострельность и шанс пожара, которые способны вам помочь набить урон. Главное — просто верить в поджоги и все поставить на поджоги. Кораблик подойдет не всем, естественно, преимущественно для сильных игроков, потому что здесь нужно очень много анализировать обстановку, понимать, кто чем вас может пробить, уворачиваться от снарядов. При этом уворачиваться от снарядов нужно таким образом, чтобы не поставить четко корму, но при этом не поставить борт, а найти тот угол, когда вам снаряды прилетят в основную часть корпуса и срекошетируют. Также, почему этот кораблик для скиллов игроков, нужно уметь стрелять с этих пушек и с этой дурацкой баллистикой. Ну и, как мне кажется, играть на Джигане будет более-менее комфортно только на железе, которое выдает полное количество FPS. Если бы у меня было 45, как раньше на ноутбуке, ну не знаю, как я бы вообще на нем играл. При этом кораблик получился очень фановым, даже с его недостатками. Ты всегда, когда идешь в бой, ожидаешь, что будешь всех убивать с торпед и верить в большое количество урона, и периодически этот кораблик выдает очень интересные бои, как, например, вот этот. Но не стоит забывать, что будут катки, где много эсминцев, подлодок, и вы там уйдете просто ни с чем. То есть Джиган не стабилен, как обычные классические крейсера, которые настреливают все фугасами. Вот обратите внимание, такой же Джиган без гапа. И засиживаться в домах не стоит. Вам придут торпеды, а так как нет гапа, вы их словите. Поэтому постоянно перемещайтесь, движение — это жизнь. Мне лично кораблик понравился. Он очень веселый, прикольный, но Остин сильнее. И пока что Джиган не стал популярным в каких-то стандартных режимах, хотя с помощью этого крейсера можно построить тактики, его поставить на деф с дымами, например, еще какого-нибудь эсминца, либо с Невским, и будет очень прикольно. Вы просто забетонируете фланг, вряд ли кто-то захочет лезть на 40 глубоководных торпед. Я начинаю смещаться в центр, чтобы атаковать Тирпиц. Обратите внимание, я играю, подчеркну, с увеличением дальности стрельбы ГК, и я могу попасть по Тирпицу. Стреляю, естественно, каскадом, то есть зажимайте кнопку, постоянно корректируйте огонь и верьте пожары, как я и говорил. Так как это гонка вооружений, наша команда собрала аж целых 3 хилки, и я успел полностью восстановить свою боеспособность. В общем, главные причины переобзора — это изменение прокачки, то есть не нужно в торпеды заточку делать, а конкретно в ГК для набивания стабильного урона. А будут бои, где вы вообще ни в кого не попадете торпедой, абсолютно ноль будет торпед за катку. Второй момент — это не такая имбовость, как казалось на первый взгляд. То есть изначально мы думали, что это такие типа бесплатные смоленские, вы всех будете стрелять в дымах, набивать кучу урона, но на самом деле баллистика здесь хуже смоленской, орудий меньше, и естественно смоленск будет в этом плане значительно сильнее. Но в общем и целом это интересный, неплохой паназиатский крейсер, уникальный и просто с
неповторимым геймплеем. За 10 минут мне удается набить основной калибр и стихийное бедствие, попасть 4 торпедами, ну и повесить 11 пожаров. Опять же, в первой вариации моей сборки пожаров было гораздо меньше. То есть берите Доронго и все, ребят, обязательно в пожар. Это must have. Старайтесь на джигане не лезть вперед. Помните про вашу заметность 9.8. И ее не хватает. Играйте постоянно так, чтобы подготовиться к рашу, и выбирайте направление, где противник будет сам вдавливать, а не вы его преследовать. Бойтесь супер тяжелые, ну вернее сверхтяжелые крейсера, которые вас будут пробивать. Также чекайте все РЛСки, всех эсминцев. Если эсминец сел вам на хвост, то вы ничего не сделаете, здесь нет РЛСки, как, например, на Юянге. Поэтому вам нужно уметь позиционировать, уметь выбирать направление, где давят. И в идеале играйте в отряде с союзными эсминцами, либо которые будут вырезать вражеских треугольников, либо которые вам начнут ставить дымы. Это тоже полезно для джигана, можно устроить вечные дымы. Ну и когда вы найдете фланг, где вас рашут, то можно спокойно остановить кучу линкоров и набить с них большое количество урон. Ну а против авиации вы уверенно защищены, у вас супер мощное ПВО, так что самолетики вам особо ничего не сделают. Итак, минусы, ребят, броня, отсутствие гапа, не самая лучшая артиллерия. Плюсы, супер мощное торпедное вооружение, дымы и возможность неплохо периодически поджигать вражеские цели. Ребят, напишите в комментариях, что думаете про джиган. Я ему ставлю заслуженные 7 из 10. Кораблик реально веселый, фановый. Но помните про его недостатки. В плане артиллерии будут все корабли лучше. И Остин также посильнее. Но периодически джиган выдает супер крутые бои, как и Шим, когда вы всех валите торпедами и сжигаете. На этом у меня все. С вами был Джонни. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!